Добрый день, дорогие девочки! С вами снова Наталья Пастухова. Я сегодня написала на нашем сайте в Фейсбуке о том, что мы запустили сегодня нашу супер-классную акцию «Жених в подарок». Я долго думала над тем, чтобы вам подарить, чтобы такое необычное сделать, приятное, хорошее, доброе для всех. И у меня родилась буквально вчера вечером такая супер классная идея, грандиозная идея. Просто у меня встречается за много-много лет работы люди очень интересные, вот, которым я, скажем, не совсем смогла помочь, но они просто не выходят из головы, так как вот последний мой клиент, которого я сегодня как первого жениха продемонстрировала у нас на сайте, в нашей рубрике, в нашей акции «Жених в подарок». Итак, в чем заключается наша акция, девочки? Раз в месяц мы будем вам показывать жениха. Жених сначала участвует в определенной акции, они записываются, участвуют в ней, хотят принять участие, и в конце концов, буквально благодаря случайному счастливому случаю, один выходит в финиш. Вот, этот победитель потом у нас участвует в акции «Жених в подарок». Мы его показываем у нас на сайте, и девочки, которые захотят с ним знакомиться, активно пишут в комментариях пару предложений, и всем первым девочкам, которые записались в комментарии, скажем так, 40 девушек получают данные этого мужчины, и они смогут с ним связаться. И будем надеяться в счастливый случай, в судьбу. И таким образом, конечно, мы хотим еще больше людей сделать счастливыми. Это очень интересно, это просто супер, когда вот сам человек начинает активно что-то делать. Конечно же, не только для мужчин мы такой подарок приготовили, для девочек, конечно, такое же будет. Поэтому читайте наши сообщения на нашей страничке «Замуж за рубеж» в Фейсбуке. Я в конце этого видео сделаю вам ссылочку, где вы увидите, где вы сразу найдете эту страничку, где мы всю эту информацию сообщаем вам. Вот, точно так же девочки, которые очень хотят замуж за рубеж и очень серьезно ищут себе женихи иностранцев, также могут у нас участвовать в таких конкурсах. И также победительница месяца будет у нас опубликована на немецких сайтах, на немецких информационных страничках, как невеста месяца. Вот, и также вот эти первые 40 женихов вам предоставятся для знакомства, и вы сможете получить огромный выбор женихов. Девочки, оставайтесь с нами, подписывайтесь вот на все наши каналы, на YouTube, на Facebook, и вы не пропустите ничего интересного. Девочки, я вас снова поздравляю еще раз с праздником, счастья, любви вам, и я очень рада всех вас поддерживать, с вами оставаться и делать вас счастливыми. Вот, и я очень-очень рада буду вас видеть в нашей акции, на наших вечеринках, нашими клиентами, и буду рада видеть вас счастливой, замужем, за иностранцев, за рубежом, здесь, в Европе, где угодно. Самое главное, счастливыми. Всего доброго, до свидания.